праведности коснется его. Наш поход на цитадель Ледяной Короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земли. А ты не танк, случайно, нет? Защитит свет. Ничто вас не защитит. Слава, как у тебя дела? Я скучал по тебе. Уже год, наверное, тебя не слышу. Меньше, вру. Ну, почти. О, Виталя, здорово. Здрасте. Че, ты нового играешь сейчас? Нет, я, можно сказать, не играю вообще. Шаман Гуделк, да? Я видел тебя там. Ну, Гуделк, то как бы я начал, а потом, блядь, я кем-то вторым играл. Паладин у меня, Джоуи. Ага. Да я забил, ну короче, я не знаю, я не успеваю за ним, просто тупо не могу там играть. Все равно лич топ. Не, лич херня, ну, легион покруче патч, но... Ну просто как бы, ну там же, блять, каждую неделю что-то происходит, понимаешь, каждый день тебе надо туда заходить. А чё ты меня видел и не написал нихера, блять? Так, бля, я сомневался, ты ли это или нет, блять. Если ты, короче, вбиваешь вот Гуделк в Google, у тебя выдает, блядь, гильдию Dark Stars, понимаешь, это... Я даже в Википедию вводил, короче, только один чувак есть, канадец, с фамилией Гуделк. Все, больше ничего не слышно. Это чисто мой ник. Как законтрить война будет? Да, и на Покер Старсе почему-то кто-то занял ник Гуделк. Не знаю зачем. Тебе, Виталик, пойди лучше Африком пойти, что есть, вон, две свои есть уже. У меня нет Африка. Вторым баром пойти. Что там по Владимиру бафом разобрались, а кто ж бафает? Будет ничего не говорит. Да блин, прот, это тут еще что-то бафал, каски, кулаки. Ну, калька МП5, тысяч кулаки, а кто углы, каски.
там будем эту фигню на этом эпохальную делать? Че? Так просто. Не, не будем этим рейдером, нахуй. Когда престолом будем, потом будем делать. Дайте шкаф. Охуеть ты умный, блин. А чё за... чё там делать надо? Там... хер знает, там в автообъявлениях посмотри, может найдешь. Это мы сам тактику не знаю, там не знаю, кто убивал уже или нет. А что такое автообъявление? Синенькая фигня в чате. Ну чё там, Араксус, Клеймин, подходите, вас ждем двоих. Араксус, подходи, сейчас заменим. И нету ни одного шамана, чтобы подъебать, типа это он синенькая херня в чате, понял? Все какие-то незнакомые. Давайте фулл бафы. Есть там рыба у кого-то? Ставьте рыбу, кушайте. Давайте быстренько бафайте, сейчас будем быстро идти. Ролики на свой спектр получает ИП на другого персонажа. Сейчас пишем об этом в РК. Да, да, пишите, пишите. Здорово всем. Здорово. Что там, паладин, каску актуалы раздай всем. У вас там фулл рейд? Да, фулл. Да, да, да. Окей. Давайте чек на пол. Что-то там Араксус. Клемен туда, готов? Ребят, у меня, по-моему, длительная бродьба. Можно давать отчет? И не сразу же, как только, блядь, стали крутить, сразу бежать и курить, да? Ну, смотри, как БК будет пулять. Да, так сам шутишь. Ну, давайте. 3, 2, 1, ДК, начинай. Давайте, рост. В лужах не стоим, шипы бьем, милики. Под жопу снитесь, только в лужу не заходите. Так, давайте, вихрь, танки разбежались, мелики по шипам, РД, центр. Если на вас ребро бежит, вы от него отбегаете. В лужах только не стойте, мелики по шипам играйте. Давайте, вихрь заканчивается, и под жопу будем сейчас собираться. Бежим под жопу. Смотрим, РД надо будет шипы играть. Два шипа сзади. РД, переключитесь. Поставь, Слава, если не стоит. Надо было ДК-шкой. Так, ну что, Моровин, спекайся там в ДК, или можешь просто танка шмотки одеть и власть льда включить. Вешайте волшебный огонь, Соня, совы.
все роть. Давайте, если тухрень в эпохальном режиме сделаем, еще и без смертей, то это будет много ИП 1004. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной. Только если будем делать, расскажите, что необходимо делать. Да я сам не знаю, если честно. Я просто неделю не заходил, понятия не имею, о чем даже вы говорите. Там на тухом пульсе эпохальный режим будет. Когда босс кидает газ, появляется в 25-ке, по идее, написано 3 колбы, из этих колб будет выходить слизи оранжевые. Ну, там не важно, какого цвета. И ну, он будет играть рандомную цель. Если он догоняет эту цель, она отхиливает боссу здоровье. 8%. Если, ну, соответственно, надо сливать. Работают замедление, но не больше, чем 50%. После каста Юткогнили опять будет 2 слизня уже. И на потом на третьем касте уже, на втором касте будет уже 3 слизня. Так, чаще замедление, там у них надо их сливать. Вопрос, это типа новая тактика, что ли, бля? Да, и еще на когда будут споры, по-моему, там написано, будет на весь рейд кидаться сало. То есть надо либо мастер аур прожимать с антисалом, либо приз должен мозги сполновать. Либо ну, какой-нибудь паладин прожимает бабу, типа такого. Давайте, пока тут по танкам 2 БД Костива, протопал справа. Первый на пол на Поклонского, второй на Моровинда. Капли сливаем. Сейчас можете сливать паладины и охотники, там вилки прожмите. Звездопад. Блять, спасибо. Бля, сорян. Друиды контролим, короче. Там друиды, присты, маги, все, кто может, все контрольте. Давайте трэш выше, играйте по трэшу. Стоит, а нету вместо вас? Нет. Там я уже на очереди, если че. Ну там ничего не. Играйте в Косолокова, добивайте трэш, смотрите, сейчас будет контроль. Заебали. Контрольте. Так, кто у нас тут друиды? Ну давай, Слава, ресай кого-то там, Трисю ресай. Охуенный захил, блять. Виталик, ресай. Играйте в трэш. Захитите его сразу. Играйте по трэшу. Я освобождаю тебя от проклятия плоти. Трэш бейте Кособокова. Стан Кособокова сливайте. Давайте, того приверженца. Контрольте игроков, сову законтрольте. Потом тут трэш зальем. Бля, чего не контролите? Трисси, лучше бы мы тебя не ресали. Кайзенберг, вставай. Я тут чё? Племен, ресай Клота. Левой трахить не может кинуть смерть. Племен, ресай Клота. Играйте по трэшу все. Леди, не бейте. Захитьте его сразу. Дайте им на маму Клота. Играйте по трэшу, потом будем переводить. Если мы падаем, смотрю, кто контрольте игроков. Контрольте. Так, Поклонский в контроле, все на пулы на Моровинда. Играйте с правой стороны трэш. Дисперсия тоже. Так, Поклонский вышел нормально, все на Поклонского на пул, да первый будет. Все, иди дека лови. На Поклонского напуливаем. Давайте, все в трэш играем. Все бейте трэш, смотрим, где духи будут выходить, от духов надо будет бегать. Они бубу по рейду делают. Духи в центр, пошли аккуратно, контрольте игроков.
вечную тьму. Это заклинание еще не готово. Ты не в силах противиться моей воле. Я один вылетел или что-то еще происходит? Че, БРов не осталось ни у кого что? Остались. Так БРните меня, че? Ты знаком сейчас. Все на колени. А, все на колени, резай. Все на колени, потом Хайзенберга резай. И Рати по трэшу духи в центре. Пошли в мелизону. Так, присты, дайте гимны на ману. Контрольте игроков. Все, больше трэш не трогаем, добиваем леди, духи в мелизоне аккуратно. Все, идем чистить трэш. Пиздец, ну все на танка падает, ёпта. Блин, надо. На ух. Давайте свои бурсты на драконе, чтобы быстрее слить. Бурстанул, да? Да, идем на корабль, берем ранцы, танки, протопал тоже берет ранец, летаем, мага сливаем, в нашем корабле трэш сливаем, все делаем четко. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарага. Горкрон, слетаем. Кто кулаки дает? Там Трисия кулаки дает. Ладно, хуй с ним, потом на орке бафнешь. Бейте пока трэш в нашем корабле.
Давайте смотрим, сейчас Мах выйдет. Сейчас выйдет. Побывает. Короче, летим. Ну, где что-то голос нормальный стал, я смотрю, хочется порейдить. В коридоре сидел, блядь, обувался. Сука, вот знаешь, хочешь быстро выйти, а у тебя на шнурках узелок, сука, завязывается, сидишь, блядь, потом ебешься с ним. Какой лог поставил там портал? Убери, пожалуйста. То... Ни себе, ни людям, блядь. Давайте, Мах вышел. Летим. Все, перелетаем. Там пушки добивайте. Урон пушек или конец? Прислав. Да твой бомжара там будет Бриннер 59-й хант. Ага. Если честно. Я ему вчера пати давал гильдию. Такой спрашивает, ты Славик? Ну Слава, ты Слава? Он такой, возможно. Ну, это по-любому, это чмо, то на осколки. Давайте, запустил там, сейчас вам добавляется, подходите. Набирайте, лежите с собой, не стойте в кучке. Вас подайте. Там десипады, не смотрю, кто трэш не бил, короче, даю ГП. Рома, такой петух, каже, блядь, заходи на РТ, я тоже подтянусь, говорит, вместе в рейд сходим, сука. Либо есть, Ваня? Да, есть кому дать. Тебе дать поставишь? Я не могу ставить. Кому дать, кто поставит? Тоже давай рыбу. Давай мне рыбу. Я поставлю. Сейчас. Я в этом, в костюме маскировки. Не я. Ой, Климен, сорян. Где ты там, Клёна? Да ты меня не найдешь, я замаскировался. Да-да. Это, по-моему, твоя настоящая сущность. Сука, обидно, в смысле сущности? Жаба, что ли, или че? Это Мурлок. Морлок или Мурлок, как правильно? О, а че там такое? 2 секунды не начинается. На сурка квест. Берин, забирай. Че, походу, у нас Берин на фрикаше. Давайте трэш, играем по трэшу. А, значит, у меня забрался тариф.
нашей кровью. Я пока не могу прочитать это заклинание. Играем по трэшу. Сука, вообще не прокает. Давай вайпнемся. Ну, разочек. Как бы с удовольствием сейчас ДПС особо не померяемся. Давайте последний трэш, бейте последний трэш. Если честно, я этого ждал на прошлом боссе. Думаю, сука, скажешь ты это или нет, блядь. Типа на кораблях передамажу. Скриньте это, блядь. Мы похороним тебя, блин, как подобает. И в трэш, и в босса, да. Рядом с матерью и предками. Ладно, едь там чисти трэш, пока интернет релогнул. У босса у Виталика так-то больше. Открыл. На 250 тысяч. Что это? О, это Хроми, мы сейчас уходим куда-то в другое измерение. Капара, ты прошел Хроми задание на офис? Че, все друиды, блядь, АФКшек, что ли? Thank you.
что это такое за хроми? Ну, хроми. Она типа, если что, вернула. Кого вернула? Я думал на этом остановиться. В прошлое Warcraft. Че ты трейлер? Эпохальный тухлопус, ебать. А что, нам типа бошки надо снимать, да? Чего? Ты РЛ вообще. Да, да, по заданию надо. Описание просто читаю сейчас. Убейте вонючку в героическом сложности, вдохнув все запахи, никто из членов рейда не должен быть экипирован в головной убор. Ваня, делаем квест, чи нет? А почему бы нет, кстати, что сложно? Попробовать. А вся фишка в том, что все без Т-10 будут. Так это только на вонючку. Ну, это ты за себя говори, как бы. Ну, вроде бог какой-то будет. Надо подождать. Назад уходите все, не агрите зеленого. Ты, Квенька, ты тут? Че делаем квест этот? Уже надо башню снимать, что ли? Нет, перед вонючкой. Че бой висит? Потому что бой идет. Гениально. Задавай умные вопросы, получай умный ответ. Сделаем квест или как, ребят? Убьем прелесть. Сагрите, убьем прелесть. Назад все уходите. Снимаем бошки или что? Ваня, а голову снимай. А давайте попробуем. Снимайте бошки. Снимайте бошки.
Клейман, снимай голову. Ну а чем, ну потом, что с ключа этого, короче, дает? Рога не снял, Бошка. Рога, Лох не снял, Крейзи Валк, Бошка не снял. Фу. Кикайте из рейда, пока вонючку убьем. Крейзи Валк, снимай Бошку. Так на вонючку крестно. Лох, снимай голову. Крейзи Волк. Сейчас подождите, его выкинем пусть. Он снял. Ну, вроде все готовы, так что можно идти пулять. Хера в задних с пулей. Играйте в задних все. Вонючку не трогайте. Бейте вот этих упырей. Забирайте эту ловушку вторую, активируйте. Все съебались уже, блядь. Раз, давай. Так, вроде один только сдают, все или нет. Каждый, наверное, будет сдавать. Все шапки одеть не забудьте только. Да, шоп. Теперь что делать? Надевать шлем. Надевать шапку и идти дальше, рейдить, как ты раньше. Слав, ну эту фигню самореализовать, не знаю, что делать надо. Ты даже не читал, не знаю, что тут. Фейкас, может быть, ты знаешь? Так тогда берите и читайте, блядь, вслух всем. Кули вы не знаем, знаем. Группу откройте, там первый пост. Короче, все пулем в режим набираем. Будут слизни, вылази слизни. Сразу встанем, замедляем. Пытки, все дела. Короче, он их отхиливает, получается. Чё? Я могу более-менее рассказать, что делать, если хотите. Ну давай, можешь параллель заодно этого бусса. Смотри, тут на хилах большая ответственность, танков шибет очень сильно. Потом, когда, короче, споры сносим, те, на кого кидается спора, тот сало не получает. Те, кто получает дебаф, те вешают сало на себя. И желательно, чтобы, короче, кто-то это максимально быстро диспейлил с хилов, потому что танков шибет. При выдохе появляются слизни. Вообще, короче, появляются слизни каждый раз, при выходе, выдохе на один больше. Чтобы от выдоха не убило, ну, стандартно, вот гниль же, которая делает он один раз, когда, ну, в обычном режиме. Она, короче, здесь, ну, КД усиленная, два стака хватает, чтобы не убило. А если слизень вас догоняет, вы отхиливаете босса на 8%, ну, в принципе, ханты есть, на 4%, значит, получается, будем его отхиливать. И пельмени. Пельмени, короче, летят так же, но и этот, их не видно куда, короче. Если, ну, в обычном режиме, короче, на полу зеленая метка же есть. А тут ее нету, короче. Ну, рандомно летит, и сам догадывайся, в тебя он летит или нет. Ебать, нам свой двойда можно офиться просто.
Ну вот это вот основное, короче. Ну и блевотня, соответственно, еще блевотня также, то есть, но желательно ренжу, когда двигаетесь, ренжу прям держать максимально, потому что лишний блевотня там сразу сдохнете. Следующий вопрос. Короче, появляется слизень, от него съебываем, его убиваем, так? Ну да, на кого он кинулся, нужно съебывать. Мы все. Переключаемся в слизня, когда он уходит, да? Да. Его, да, его нужно слить. Сколько сала весит, ну, висит? Вот это я не помню, сколько секунд. 5 секунд сала, еба. Так оно диспелится, оно не спалится. Так ты диспелишь, если тебе сало. Ну, кто-то, допустим, не словит один стак. Принципе, они в точку в любом случае идут. Ну, типа, да, вот. Раз, два, три, короче, пристов оставляем, они все равно будут прожимать точку, они будут диспелить сал. И с пор собирать не будут. Ну что, погнали. Его запускать никак не надо по-другому. Там уже нажал. Запустил, написал. Ну что, все, набирайте заряжу. Делайте, как вам говорили, я в хилов, будет хила. Чек на пул, дайте бафы. Дайте бафы. Каску там. А здесь может рост дать или как? Или не надо? Конечно, да, дадим. Ага, с пулу, да? Крёна клеймит, что там? Или Крёна, Виталик. Дайте магабаф. Таула. Класски пейте. Да, пейте класски. Давайте, все готовы, начинаем. Ну, с Богом, друзья. Бошки одеть. Агро. Виталик, рисы. Рост. Рост. Где за хил? Диспельти приду. Есть вон метки, куда пельмени падают. Ну да, да, здесь почему-то видно. Десятки не было. Переключились, переключились. Блять, глубоко газа. Ленин на 50% работает. Что, у него Маратус резкость может? Да, резкий. Два пельмени летят. Так, как беги. Играть его показа. Марак. Я блюю, блядь, чё, Марак. Еще не захиливают. Я валю. Месцы. А чё, месцы? Я уже сдох один раз. Мелики на третьем слизне, когда будет, все сбегаются. Ну, в смысле, все его бьют. Мелики не стоят, не бьют профа. Плохо профа, туха пуза. Сбегайтесь, кому избили, надо, бери на хитке, прожми. Слизнюк. Все баф накиньте. Играйте в облако. Бейте слизня, милики, присты, все играйте. Бери на хильте. Набирайте ренжу, сейчас будет. Короче, бери даже сакру на выдохе. Давай сакру. Че, молодцы там? Че вы сдохли? Бессмертие делаем. Падайте. ДПС не хилить, ложимся. Потому да, что я сдох сразу с пулы, я ебал чем. 6 хилов, нам нахер тут не надо. Шестьдесят пять. Ляму. Так, это до ШП. 5 хилов похилить, он не сильно пробивает. Милики, когда слизень вылазит, все его бьют, избегаются.
слизням, ну, в смысле, спорами, все сбегаются три раза, ни два, ни один. Сдохли, тупо нагнили. Тупые. Да, дислали, побежали, времени 50 минут осталось. Никто вас резать не будет. Если я добегаю до босса, и там кто-то лежит, я даю ГП. Это на эпохальный режим только час дается, как на уголовне, типа? Сколько процентов регенит слизень босс? 8. А за этим с урезкой 4, да? А 4% от 65 миллионов это сколько? Много. Ну, если от 100 больше, миллионов, от 100 миллионов, нет, это меньше. 3 миллиона. Ну, примерно так. 3 миллиона, это где-то приблизно. Ну, 3 миллиона, а у слизни 2. Может, смысла нет от него, да?